Мои золотые, я рад вас всех приветствовать. Мы продолжаем разбирать номерной турнир UFC 297. Перед его началом, как всегда, напоминаю, что у вас есть возможность забрать 17 штук. Соответственно, это букмекерская контора FonBet, самая надежная БК у нас, да, в России, да и в принципе на постсоветском пространстве. В общем, что нужно сделать, чтобы забрать бонус? Ссылка в описании, в закрепе, переходите, регистрируйтесь. Там, кстати, регистрация элементарная. Номер телефона, почта, пароль. После этого пополняете баланс всего лишь на 1000 рублей. Сразу же два косаря вам прилетают в течение нескольких секунд. И также рандомно еще раз кидают по 15 штук. Поскольку акция продолжается, если вам нужен этот бонус, то, как говорится, забирайте его. В общем, сегодня мы будем разбирать пятираундовый поединок. Главный бой вечера, в котором сойдутся Шон Стрикленд против Дрюкуса Дюплесси. Стрикленд относительно недавно, идя бешеным андердогом против Адесани, просто в одну калитку его раскатал, уверенно забрал победу и тем самым пояс повесил уже непосредственно на свою чемпионскую талию, да, почему бы и нет. В общем, как всегда, мы поговорим сегодня о бойцах, разберем их бойцовские карьеры, ну и, конечно, будем искать вариантики для ставок. Итак, погнали. Шон Стрикленд. Это боец, который до попадания в UFC выступал в промоушене «Коч», был там чемпионом, 5 успешных защит чемпионского пояса, и после этого дебютирует в промоушен UFC. Встречался он в начале своей профессиональной карьеры, я имею в виду в сильнейшей лиге мира, с такими бойцами, как Подзинибио, которому проиграл. На тот момент Подзинибио был просто непобежденным бойцом, он ломал, крушил абсолютно всех. Я напомню, что эта весовая категория была 77, потому что Шон Стрикленд именно в этом весе выступал. После этого был у него поединок против Камару Усмана, продемонстрировал неплохую защиту от тейкдаунов местами, да, но Усмана держал тогда победу по решению судей. И после этого Стрикленд проиграл еще Залески до Сантосу, по-моему, досрочно нокаутом, но необходимо понимать, что Залески на тот момент это был опаснейший нокаутер, да и сегодня, конечно, уже, несмотря на его возраст, он также может отправить своих оппонентов в глубокий нокаут. В общем, после этого был поединок у Стрикленда против Нордина Талеба, одержал досрочную победу, и, к сожалению, для него был практически двухгодовалый простой для Стрикленда. Если кому-то интересно, можете найти информацию в интернете, да, там были у него проблемы. В общем, вернулся после двухгодичного простоя, ворвался сразу же, соответственно, в средний вес 83, там, 84 килограмма, встретился против Брэндона Аллена, выиграл, был поединок против Йотка. Одержал победу, прошел Юрая Холла, был поединок против Хермансена, где одержал победу, проиграл Джареду Кананье, на секундочку, это завсегдатый старожила чемпионского пояса, то есть он сам не может подобраться, точнее забрать чемпионский пояс и старается туда никого не пускать. То есть завсегдатый такой претендент, скажем так. Проиграл раздельным решением, близкий конкурентный поединок, честно, я даже не берусь брать ответственность, кто же там одержал победу, но просто близкий бой, и судьи посчитали, что все-таки Кананье выглядел чуть лучше. После этого был поединок против действующего чемпиона полутяжелой весовой категории, бывшего чемпиона в средней весовой категории, это Алекса Перейры. Нокаут в первом раунде. Тогда, кстати, я забирал Перейру. По-моему, Перейра был что-то в районе 1,9 или 2. Ну, в общем, быстро все закончилось. После этого Стрикленд выходит против Имавова на супер кратчайшем уведомлении. Буквально там на недельном, да, катаясь на байке, ему позвонили, сказали, надо выйти подраться, пятираундовый бой, он вышел, подрался, одержал победу. Дальше прошел Абуса Магомедова, причем сделал это досрочно во втором раунде нокаутом, и свой крайний бой провел против Израиля Адесани, в одну калитку просто его раскочегарив, скажем так, да, и став полноправным чемпионом UFC в среднем весе. Что касается бойцовских качеств Шона Стрикленда. Хорошая защита от тейкдаунов. Помимо хорошей защиты, также необходимо подчеркнуть, что крайне сложно его контролировать в партере. Очень, если все-таки кому-то удается перевести Шона, то он ищет возможность для того, чтобы встать, быстренько встает и уже работает в излюбленной для себя манере. Стихия – это стойка. В стойке, конечно, этот парень отлично себя, максимально комфортно чувствует. То есть вот такой вот, знаете, такая вот боксерская у него работа, то есть так называемый треугольник, да, из которого руки летят с отличной скоростью, в руках есть нокаутирующая мощь, в руках есть физическая такая крепкая мощь, и благодаря которой разбивает своих оппонентов, да, кого-то нокаутирует, кого-то просто разбивает и набирает тем самым очки. Также стоит подчеркнуть, что у Стрикленда отличная защита от ударов, то есть отлично он отрабатывает, да, либо, соответственно, подрабатывает плечиком, либо рукой, либо корпусом оттягивается. Ну, то есть вот если мы возьмем ударников, то в UFC мне нравились вот Шон Стрикленд как работает,
И Бобби Грин. Ну, правда, сейчас Бобби Грин, да, у него действительно патовая ситуация. Но вот до этого, если вспомнить его поединки, например, с Физиевым, ну, настолько отлично. Вот Бобби Грин это прям, ну, вот эталон, наверное, как надо защищаться в ММА, может быть, даже в боксе, да. Кто-то, возможно, сейчас там поймает хаха, напишет какой-нибудь комментарий бредовый. Но те ребята, которые шарят в ударке, они понимают, о чем я говорю. Бобби Грин это боец, который отлично смягчал удары, то есть вот такой вот своей интересной работой. В принципе, Стрикланд работает, ну, плюс-минус что-то вот в этой манере. То есть защита великолепна, отлично. Да, кто-то скажет, какая нахрен защита, Перейра его нокаутировал. Я с вами соглашусь, ребят, но посмотрите на Перейру. Ну это гребаный какой-то кракен просто, который выходит, уничтожает этого, уничтожает того. Переходит в полутяжелый вес, финиширует Прохаску. Финиширует Прохаску. Прохаску не смог финишировать Тейшера, черт возьми. Природный, тяж, черный пояс, второй или третий дан, который просто кушал в последних боях всех оппонентов, сметал просто-напросто, и он не смог финишировать. Вышел Перейра, раз, два, три, четыре. Выносите, давайте следующего. Поэтому здесь ваши аргументы, ребят, я думаю, будут неуместны. В общем, действительно сбалансированный, хороший боец высочайшего уровня. Чемпион, одним словом, что сказать. В плане функционала, ну посмотрите на Стрикланда, ребят. Хермансон пятираундовый поединок, Кананье пятираундовый, Имавов пятираундовый, Адесанья пятираундовый. То есть, ну, этот парень привык уже, это как обычный поход в офис, поэтому я думаю, что каких-то серьезных проблем в плане функционала у Стрикланда быть не должно. Переходим к его оппоненту, это претендент на чемпионский пояс, Дрюк из Дюплеси, боец, который был чемпионом промоушена EFC, причем не Eagles FC, да, а EFC это африканский промоушен. Провел там две успешные защиты чемпионского пояса. Ворвался он в KSW сразу же за чемпионский пояс. Там его нокаутировали быстренько. После этого он провел в KSW еще два поединка. Выиграл. Соответственно, для того, чтобы попасть в UFC, наверное, это было маловато. Он вернулся к себе в Африку. И, соответственно, сразу же за чемпионский пояс там какого-то ноунейма раскатал. Одержал победу, чемпионский пояс повесил на свою талию, ну и, конечно же, в статусе чемпиона теперь он интересен крупным промоушеном, каким являлось UFC. На сегодняшний день и будет являться, я думаю, очень долго еще. В общем, подрался, точнее, подрался, прошу прощения, заскочил в UFC, да, вышел против Пиреса, одержал победу, дальше против Тревина Джайлза. Вот, кстати, там были проблемы у Дюплеси, но каким-то образом вышел, нашел момент для того, чтобы нокаутировать пробитого Джайлза, и это сделал. Дальше прошел хороший, кстати, очень хороший бой показал с Брэдом Таваресом, но, как мы видим, Таварес, конечно, на лютейшем спаде. Вот если посмотреть на поединок Тавареса, особенно на его крайние бои, ну, это уже далеко не тот Таварес, который был раньше. Дальше встретился с Дарреном Тилом, одержал досрочную победу. Ну и здесь надо понимать, что Тил это боец уже далеко не топового уровня, да, боец, который даже в топ-15 не входит, по-моему. Да, он не входит, по-моему, в топ-15. После этого встречается против Дерека Брансона. Я тогда забирал Дерека Брансона, признаю, я считал, что Брансон сможет остановить Дюплеси. И в принципе у него это довольно-таки неплохо получалось. Я считаю, что Брансон забрал первый раунд, там были нокдауны, Дюплеси там включил режим макаронных ног, танцевал по всему октагону, но Брансон не смог доработать, устал в усмерть и в концовке, точнее после второго раунда, я так понял, что там отказ угловых был или самого Брансона отказ. То есть он уже не смог, потому что функционала у него не было. Вот были очень серьезные проблемы у Дюплеси, и эти проблемы показали, что его можно пробить, его можно потрясти, что он устает. Опять же, мы видим Брансон, это боец, который находится на закате своей профессиональной карьеры, да, и это уже звоночки. Но когда Дюплеси встретился против Уитакера, идя андердогом за четверку, и его нокаутировал, ну, опять же, можно сказать, что и Уитакер, конечно, уже, да, наверное, после того, после нескольких попыток завоевать чемпионский пояс, то его там нокаутировали, то там его разбили, то там его засудили с Адесаней, когда у них был, по-моему, второй какой-то поединок. Там очень близкий бой был, и многие считали, что Уитакер, да, одержал победу, но почему-то нет. Вот, поэтому по факту Дюплеси оппонентов финиширует в большинстве случаев. Что касается его бойцовских качеств, нокаутирующая мощь есть, серийная комбинационная работа присутствует, работает как с рук, так и с ног, может попробовать перевести своих оппонентов в партер, может их там поконтролировать, но если у ребят хорошая защита и хорошая
скажем так, понимание, что нужно делать в борьбе, то эти сильные, ну не то что сильные, эти стороны у Дюплесси просто-напросто, они как бы уходят на задний план, и назвать его каким-то крутым борцом нельзя. Что касается его кардио, для меня это до сих пор вопрос, потому что, еще раз повторюсь, с Дериком Брансоном, да, там, конечно, был хороший первый раунд, но устал очень жестко, Дюплесси устал, очень жестко. Я понимаю, там Брансон вообще в ноль сел, но Дюплесси жестко подустал. Кто-то скажет, что против Даррена Тилла Дюплесси подустал, но посмотрите, первый раунд, там сколько, 50 или 60 ударов Дюплесси нанес, да, когда он Тилла держал за корпус и просто вколачивал его в сетку, а тот выживал. Но когда ты работаешь на протяжении там 3 минут вот так, ребят, поверьте, кардио ваше быстро закончится. Если вы не верите, можете взять, положить на диван две подушки большие и попробовать их поколбасить со всей силы на протяжении 2-3 минут, и потом посмотрите на себя в зеркало и скажете, ну как вам, в принципе, ощущения. В общем, вот такой вот у нас боец Дюплесси. Итак, погнали. Что, мы переходим к прогнозу на этот поединок. А, да, кстати, друзья, напоминаю, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, туда я публикую скриншоты со ставочками, ссылка на телегу будет в описании и в закрепленном комментарии. В общем, что касается прогноза, посмотрим на кэфы. Шон Стрикланд идет за 1.75, Дрюкус идет за 2.15, за 2.10, кэфы будут варьироваться, скорее всего, еще, поэтому посмотрим, ну, примерно сейчас такие коэффициенты дает букмекерская контора FunBet. Итак, погнали. Ударная техника, борьба, кардио и оппозиция. Если мы берем оппозицию, я считаю, что Шон Стрикланд в этом аспекте должен быть фаворитом. Потому что Брэндон Аллен, Хермансон, Кананье, на тот момент Хермансон, я имею в виду того Хермансона, да, Кананье, очень близкий бой. Я повторюсь еще раз, Кананье — это очень жесткий тип, который жестко бьет, который хорошо дышит, который держит хороший темп, который держит хорошо удары. Это прям вот прям конкретный топ. Был близкий поединок, но это конкретный топ. Дальше Имавов, ну это хороший ударник, посмотрим, что будет, конечно, с ним дальше, но техничный, хороший, сбалансированный, думающий боец. Ну и под занавес Адесанья, да, Адесанья, возможно, где-то уже замечтался, думал, что сейчас я выйду Шона Стрикланда, раскатаю вот этими вот своими ха-ха-хи-хи, но не получилось. Шон Стрикланд вышел и показал, что такой настоящий олдскульный поединок, да, причем грамотно он проводил поединок, отличное чувство тайминга он там показал, поэтому вопросов никаких. Если мы посмотрим на оппозицию Дюплесси, я повторюсь еще раз, Брансон — это не боец уже UFC, Уитакер, ну да, это хорошая оппозиция, вопросов нет, но опять же, Тилл, Джайлс, Таварес, ну это ребята уже вообще не уровня. Ну, я имею в виду не уровня топ-5 хотя бы, вот так вот скажем, да. Поэтому оппозиция уходит на сторону Стрикланда. Что касается кардио, мы видели пятираундовые поединки у Шона. Я не видел пятираундовых боев у Дюплесси. Может быть, конечно, они где-то есть, но я их не видел. Вот, то есть по факту мы видели, что к третьему раунду Дюплесси имеет свойство просаживаться, да, концовки второго раунда, если темп хороший. Поэтому я считаю, что в плане функционала надо основываться и полагаться на то, что мы уже видели. А видели мы, что Шон Стрикланд провел Хермансон, Кананье, Имавов, Адесанья, ну, то есть вот эти вот поединки пятираундовые, и смотрелся он там довольно-таки неплохо в плане функционала. Поэтому здесь, в принципе, мы отдаем предпочтение логике, и, соответственно, этот аспект уходит на сторону Стрикланда. Что касается борьбы, то здесь, наверное, 50 на 50. Стрикланд особо не борется, да, он любит разбираться в стойке. Дюплесси может попробовать побороться, но я думаю, вряд ли у него какие-то серьезные дивиденды получится извлечь из этой борьбы, потому что уж он отличная борьба. Поэтому здесь 50 на 50. Что касается ударной техники, то, наверное, с точки зрения техничности, чувства тайминга, сосредоточенности, количества, возможно, выброшенных ударов, здесь эти аспекты уходят на сторону Стрикланда. Дюплесси может жестко ударить, может жестко попасть, может нокаутировать, но Стрикланда нокаутировал только Алекс Перейра, это действующий чемпион полутяжелой весовой категории. Повторюсь еще раз, то есть я думаю, что ну вряд ли можно сравнивать нокаутирующую мощь, да, Дюплесси и Перейра, хотя все возможно, может быть, кто-то из вас и хочет ее сравнить. В принципе, мне, на мой взгляд, видится, да, по тем поединкам, которые я посмотрел, что Стрикланду самое главное выйти вот настолько сконцентрированным и подготовленным на этот поединок, как он вышел с Адесаней, и у Дюплесси вообще шансов никаких не будет. То есть вот эти вот кривые его, скажем так, комбинации, да, которые должен нивелировать Стрикланд своей хорошей защитой. Плюс я бы сюда отметил, что Дюплесси, когда выкидывает удары с ног,
бьет ногами, он частенько опускает руки вот здесь. Можете пересмотреть, это было в поединке против Даррена Тилла, это было в поединке против Уитакера, Брансона, то есть любой лоу-кик, любой практически удар ногой, руки вот здесь. А как мы все прекрасно помним, знаем, да, у Шона работа вот она, то есть лоу-кик он пропускает сразу же и летит либо двойка, либо просто хороший силовой джеб, которым отлично Шон Стрикланд пользуется, и он продемонстрировал это в поединке против Адесани, у которого... У самого, да, Адесани отличная ударная техника, отличная защита в стойке, но эти джебы раз за разом доходили, да, и привели к тому, что Стрикланд одержал победу. То есть такие моменты тоже имеют место быть. Плюс еще какой минус, плюс-минус, да, кстати, да, давно я не говорил плюс-минус. Какой минус у Дюплесси еще? Он заключается в том, что этот парень частенько идет вперед без подготовки, то есть... Он наскоками работает. То есть вот он стоит, он подскакнул, ударил комбинацию. Я думаю, что лагерь и сам бойцовский IQ Шона Стрикланда должен ему подсказывать, как надо делать в таких ситуациях. То есть, ну, прежде чем подойти, сократить дистанцию, надо хотя бы там подготовить какой-то плацдарм, почву, да, для того, чтобы сократить дистанцию, уже залететь. Да, где-то такие удары проходят, как с Уитакером. Но, опять же, когда... Боец будет сосредоточен максимально, а Шон Стрикланд, я считаю, на сегодняшний день это боец выше уровнем, чем Уитакер. Он не пробитый, Уитакер был в тяжелейших нокаутах, он был в тяжелейших поединках, где было бешеное просто рубилово, у него было лицо все разбито в хламину, и здоровья он действительно очень много отдал. Я думаю, что такие моменты, вот именно с бесподготовительные удары, Дюплесси, вот эти вот его удары ногами, открывая лицо, обязательно Шон Стрикланд должен этим пользоваться и наносить урон своему оппоненту и в конечном итоге либо попробовать досрочно одержать победу, либо по решению судей, но там уже, как говорится, как получится. Я еще раз говорю, в плане точности, техники, в плане защиты от ударов, эти аспекты я отдаю полностью на сторону Шона Стрикланда. Я не списываю Дюплесси, это главный бой, я напоминаю, ребятки, это главный, черт возьми, бой, это чемпионский бой, это бойцы высочайшего, черт возьми, уровня. Здесь может быть все, что угодно. Я лишь хочу вам, наверное, сказать, чтобы вы не вгружали большие деньги на этот поединок. Потому что здесь может быть все, что угодно. Шон Стрикланд может на протяжении 4 раундов убивать в одну калитку Дюплесси. Дальше будет какой-нибудь боковой или оверхенд, и все это закончится. И вы будете сидеть думать, елки-палки, как же так произошло? Это главный бой. Это, черт возьми, высочайший уровень. Если хотите закинуть, поставьте стандартный флетик, не больше. И кайфуйте от вашего от просмотра этого поединка. Как вы уже поняли, мой выбор — это победа Шона Стрикланда. Я буду топить за этого засранца. Я считаю, что он должен выиграть в этом поединке. И, в принципе, победная серия и та череда побед, которая сейчас есть у Дюплесси, должна уже закончиться. Потому что вот он, черт возьми, криптонит. Я имею в виду Шон, да. Который покажет, что такое... Школа бокса, как в свое время Макс Холлоуэй показал Катару. В общем, поэтому я здесь выбираю в качестве победителя Шона Стрикланда и буду ждать его победы. Друзья, вот такое вот мое мнение. Я прошу прощения за то, что подзатянул, возможно, этот ролик. Хотел максимально поделиться своими ощущениями, впечатлениями, своей аналитикой с вами. Всем огромное спасибо за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте лайк под этот ролик. Также прожимайте колокольчик, чтобы новые выпуски не пропускать. Я же вынужден с вами попрощаться. Всем пока и хорошего дня.